Сегодня в программе главным игровым устройством года объявлен контроллер Xbox Kinect компании Microsoft. В борьбе за звание лучшей видеоигры 2011-го схватились Portal 2 и Skyrim. Сервис онлайн-дистрибуции Steam устроил массированную распродажу игр перед Новым годом. Всем привет! Это специальный выпуск «Гаджиотажа на дожде». Сегодня будем подводить игровые итоги 2011 года. Я Владимир Боровой. Главным игровым устройством уходящего года является, без всякого сомнения, Kinect компании Microsoft. Хоть выпустили его в ноябре 2010-го, только на следующий год он показал всю силу и привлекательность. Пользователи в новый контроллер без контроллера попросту влюбились. За первые 60 дней они купили 8 миллионов комплектов. Благодаря их активности Kinect попал в книгу рекордов Гиннесса как самый быстро распродаваемый игровой гаджет. Пресса поначалу довольно сильно к нему придиралась. Например, портал IGN поставил ему 7,5 баллов из 10, признавая всю новизну разработки, но удивляясь ее цене. Я думаю, в IGN удивились бы еще сильнее, если бы узнали, что в России аппарат продается в 2 раза дороже, чем в США – 8000 рублей против 150 долларов. Строгий рецензент с сайта CNET вообще поставил гаджету 3,5 балла из 5, но финал года все расставил по своим местам, и Kinect принялся получать премии от тех же ресурсов, как лучшее игровое устройство, как главная инновация в игровой индустрии и все в таком духе. Следует отметить, что Microsoft сделала очень многое для популярности своего суперконтроллера. Во-первых, потратилась не только на разработку, но и на промо-компанию. Она обошлась в 500 миллионов долларов, самый дорогой запуск из всех продуктов фирмы. Во-вторых, сразу же принялась завлекать игроделов и получила устойчивый прирост каталога Kinect игр и поддержку контроллера во всех новых кроссплатформенных релизах. Ну и в-третьих, не следует списывать со счетов некоммерческий комплект средств разработки приложений для Kinect, который компания выпустила бесплатно и предложила его научным учебным заведениям. В результате игровой гаджет стал одним из самых популярных приборов у ученых и инженеров. Теперь Microsoft объявила скорый выход Kinect для Windows, а это означает внушительный прирост пользователей и разработчиков программ. Так что насколько был хорош для Kinect этот год, а следующий обещает быть еще лучше. За звание лучшей видеоигры года боролось немало претендентов, но истинных фаворитов было только два. Ролевка The Elder Scrolls V Skyrim и головоломка Portal 2. Можно сказать, что они поделили первое место, поскольку у обеих примерно равное количество титулов игра года. Portal 2 получила это звание от престижной премии Golden Joystick Awards. Другой раздатчик наград, игровой телеканал Spike TV, главного приза ей не отдал, зато позволил поставить рекорд по количеству полученных премий. 5 штук, в том числе в номинациях «Лучшая игра для персональных компьютеров» и «Лучшая сетевая игра». В итоговом списке главных видеоигр года, который составил журнал Time, Portal 2 добралась до 2-го места и уступила только Minecraft. Сколько раз игру на разных сайтах именовали лучшей не только в году, но и в наблюдаемой истории, сосчитать уже не получится. При этом ни от кого не ускользнуло то обстоятельство, что Portal 2 по большому счету одноразовое развлечение. Число игроков, которые возвращаются к ней повторно, держится на приемлемом уровне исключительно из-за сетевого режима. Остальные действуют по принципу «установил, прошел, удалил». В этом смысле Skyrim выглядит солиднее. К этой RPG пользователи возвращаются снова и снова. Некоторые уходят в игровую вселенную так основательно, что вызывает тревогу и неудовольствие у своих близких. С коммерческой точки зрения дела у игры обстоят просто чудесно. Был очень хороший первоначальный задел, более 3,5 миллионов копий за первые 2 суток продаж. После наметился небольшой спад, а потом пришло Рождество, и вдруг выяснилось, что игроманы на норовят одарить друг друга именно копией Skyrim. В Великобритании из-за этого случился букмекерский конфуз. Делали ставки на то, что в предрождественском игровом чарте на первом месте будет игра компании Activision, например, Modern Warfare 3. На Skyrim практически никто не обратил внимания, а в результате получилось так, что впервые за 8 лет хит-парад возглавил релиз не Activision и не Electronic Arts. При подведении итогов среди мобильных игровых приложений, кажется, выработан внутрицеховой договор не упоминать в этих списках Angry Birds. Ведь и так понятно, это короли. Они сумели добиться того, что их оригинальный релиз вот уже 2 года кряду продается лучше всех, а обновления в обязательном порядке оказываются в десятке самых успешных игр. В отсутствие сердитых птичек пейзаж и вправду становится гораздо разнообразней. Хорошо заметен продукт российской студии Zepto Lab, Coderob Experiments. Его и
пользователи активно скачивают и критики хвалят. Под занавес года в мегахиты пробралась игра в жанре «Бесконечный побег» Jetpack Joyride. Протагонист по имени Барри Стейкфрайс убегает из лаборатории безумного ученого мимо лазеров, электрических ловушек, ракет и прочих опасных для жизни предметов. Убежать в итоге невозможно, зато можно заработать больше всех очков. Это самая популярная игра в большинстве европейских стран. Может ли в этом скрываться какое-то послание от общественного бессознательного, хочется знать. Лучшей музыкальной игрой, по крайней мере, в магазине App Store компании Apple стала Groove Coaster компании Taito. На базе хорошо известного игрового приема, когда нужно в такт мелодии нажимать на определенные точки тачскрина, разработчики создали натуральный хит, который обгоняет конкурентов и в графике, и в музыке, и непосредственно в геймплее. Тем, кто намерен запастись играми перед новогодними каникулами, следует обязательно знать, что сервис цифровой дистрибуции Steam устраивает неслыханный аттракцион щедрости. Каждый день, вплоть до 2 января, распродажа игр со значительными скидками там идет. В распродаже должен в результате принять участие весь каталог Steam. Игры продаются со скидкой от 50 до 75% как по отдельности, так и целыми кучами – bundles. В них скидка может достигать 81%. Добавьте к этому промо-акцию, по правилам которой некоторые игры вообще можно получить бесплатно. Для этого нужно выполнять игровые задания, которые каждый день публикуются на специальной странице. За достижение выдают либо бесплатную игру, либо кусок угля. 7 кусков угля можно обменять опять-таки на бесплатную игру, а можно сохранить и с их помощью принять участие в эпической праздничной раздаче, которую Steam устраивает 2 января. Всем достанется понемногу, а одному счастливчику достанется весь каталог сервиса. То есть каждая игра, каждое дополнение, каждый призовой предмет в игре. Понятно, что желающих сорвать такой куш масса, поэтому Steam-клиент до сих пор временами докладывает об ошибке соединения, и чтобы пробиться в магазин, нужен некоторый запас терпения. Такие вот игровые итоги года получились у гаджиотажа. Не забудьте на выходных посмотреть подборку лучших материалов программы за неделю. Свежий выпуск, как обычно, в понедельник. Оставайтесь на дожде, и вы ничего не пропустите. Пока!